А что там перерабатывать? Ну, там что-то обещали цепуху сделать вместо вот этой параши, что сейчас. Я так афликов уже месяц жду. Да, афликов там вообще уже по году ждут люди. А лемы сколько ждут? А лемы вообще... Ну, формально лемов переделывали. Когда-то они были боги. Особенно в Т5. Ну, в Т5 они ебашат, да. Может, они типа по Т5 они сделали более слабыми. А в Т4, Т10 страдайте теперь. Так же, как и про товары. Про товаром вообще тут тяжко. Да тут не тяжко про товаром, тут просто... Ну у них агро нету. Приходится надевать Т4, остальные все шмотки на ДДш. Вот тогда они хорошо агро держат. Ну не знаю, нету проблем с агро, с соло таргет, когда тебя на поле вначале. Просто это какой-то здесь стереотип на этом сервере, что про товаров агро нет. Так если нету. Не, ну раньше же всем танкам агро на 30%. На 30? По-моему, на 55 светлая магия у паладина апнулась. Там 135. Да, не знаю, как сейчас, но раньше вот... Я говорю не за спел, а за само агро. Это типа дополнительно помимо спела еще что ли? Нет, ну у тебя агро увеличилось на 30% с того, что было, а спел увеличился там на 50%. Это в перерасчете или это все вместе работает? Подожди, перерасчете. На 30 это получается автоатака, да? Нет, твое агро. Ну, агро. Есть агро автоатака, есть агро, допустим, скилловое. Нет, я так не разделяю, у меня есть просто агро. Этот, а у протовара, ну, считай, что там? Это оборонительная стойка. Да не, блядь. Мы не про то говорим, мы говорим... Вот там какую-то обнову, блядь, кто-то озвучивал, я не помню, кто говорил. Ну вот бьешь ты условно босса, и у тебя там 15к агронабора. Вот с тех пор на всех выросло процентов на 30 агронабор. Ну, у всех, кроме ДКшек. У ДКшек не так сильно вырос. Ну это примерно. И опять же, народ, да. Пока те, кто тут не были, плюсанули в рейд, кто не знает тактику. Я хочу видеть масштабы катастрофы. Кроме шуток, только те, которые реально не были. Не путайте рыло. Особо меня, конечно, пугают ДКшники. Ну да ладно. Стоп, а на прошлом РТ-раде не вы, разве не вы меня танчили? Так мы обычку только танчили. А на прошлом КД я вообще, получается, вступил в гильдию после Магика Гру. Ну, после Гера. Сейчас, получается, я в пятницу вступил уже после 5 часов. И просто не попал. Ща будем разбираться. Меня 1.5 месяца не было, напомните так. И ханта ни одного. Весело. Товарищи маги, вы у меня пойдете на кубы. Три мага и два лока. Ну ладно. У нас гильдия ИВК не ходите, да вы? У нас блокера нет. Никто собрать не хочет. Без блокера мне немножко лениво. Ну я потихоньку своего собираю на блок. Не, если это, я соберу брокера, просто ну, вопрос. Водить, ходить как бы не проблема. Есть желающие, есть те люди, кому там еще что-то надо. Тактику я знаю, рассказать могу, провести могу. Основная проблема сейчас это именно блокер. Кубам, если не сложно, краткий экскурс дашь, ладно? То я ни разу не стоял у них. Да, конечно. Прям проблема, я надо закрыть СЛК, попасть в Зуляман, выбить там пару шмоток на блок, и все, если соберу.
Рарник, раскидай по самим мобам метки. А зачем тебе зломан? Сходи в этот... с этих сбей, как его... ступни можешь взять с этого, как он там называется, с кузни крови. Ну, есть, ну, там, там две дырки на этих, на сапогах. Кузня крови? Две дырки. Сейчас покажу. На танка. Так, народ, мобов тут, чародворцев заливаем точечно. Получается, на сбивание сразу. Костов сразу назначаем. Крикер твой будет череп, а искнайт твой будет крест. Кто там еще? Маги, косты сбивать умеете? Ну, 20 секунд КД. А, у нас вар есть. Биг дэмэдж вар, твоя будет луна? Святос, твои трусы. Они не дают, понимаешь, шанса блокировать. А-а-а. Ну и ромб кто-нибудь еще вызовите. Берется только из-за того, что две дырки там. У меня и вот две есть. Дырки туда вставляешь. Ромб, маги, можете по очереди сбивать. Потом будет говорить о блокерах. Сбиваете здесь исцеление тьмой. Если вы его не собьете, выходит трэш. Лишний трэш, лишние проблемы. Дальше по боссу. На боссе меняются три танка. Это Крикер, Снайт и Биг Дэмэдж Вар. Меняетесь вы в тот момент, когда он дает сокрушающий удар. То есть, когда он его уже кастует, в этот момент вы перетаунчиваете. Вы не даете после таунта, чтобы он, ой, после этого каста, чтобы он не ударил по тому, кого кастовал. Потому что каст прилетит того, кто танчил. И надо, чтобы следующая плюха прилетела уже в другого, иначе складывает нахрен. Трэш у нас танчит Роз. Трэш напуливаем на Розы, если что. Роз, я думаю, знает, что тут делать. Собственно, за боссом находятся три портала. Из левого портала выходят архидемоны. Их надо заливать по одному. Розу я дам ассиста. Расставляй, пожалуйста, метки по мере их выхода. А можешь показать, где танки держат босса? В центре или вот, вот тут, в углу? В центре за одним, за парой исключений. Первое, когда из правого, самого правого портала выходят бесы, много бесов, мы даем Розу его, их наагрить всем. Затем подводим босса под них, чтобы заливалось АОЕшкой все сразу. В остальных случаях вы держите босса ближе к центру, но смотрите так, чтобы он не стоял в лужах. На полу периодически будут зеленые лужи кидаться. Смотрите, чтобы мелики в них не стояли постоянно. Там не сильно много урона, но для хилов это неприятно, тут достаточно проходит дамага. А он кливает вообще? Можно его разворачивать в рейд или нет? Вертеть его можно, здесь он особо не хреначит. Так, вернусь к левому еще, порталу. Подожди, подожди, еще вопрос. Вот, допустим, лужа раскинулась, да? Можно его поворачивать мордой в лужу? Или не надо? Или смысла нету? Старайтесь, танки, вам тоже, чтобы в луже не стоять. По вам будет до хренища урона прилетать. Любой лишний урон вас может случайно сложить. Так, дайте все-таки по порталам рассказать. Левый портал — это архидемоны, им надо сбивать косты. Одного заливаем, остальных держим в контроле, вперяем, сбиваем косты, делайте с ними что хотите, не давайте им лишний раз кастовать. Метки на них будет, если вы берете в контроль или взбив костов кого-то одного из них, вы скажите об этом. И самый проблемный портал — это центральный. Из него выходят так называемые гитаристы. Только один из них грипается тем танком, который сейчас не держит фрейд. Сразу любой из ретриков дает стан. Давай, Рарник, это будешь ты. Сразу по тому гитаристу, который прилетает в мили-зону, вы его заливаете максимально быстро. И потом, если что, можете еще одного грипнуть. Остальных гитаристов заливают у нас РДД. Гитаристы испускают от себя в разные стороны волны. Эти волны до хрена дамажат, в них стараемся не стоять. Еще по кастерам. Периодически на вас здесь кидается печать Мактеридона. Под ее конец она висит на вас секунд 10, последние секунды 2-3 постарайтесь не кастовать. Если вы кастуете, когда она заканчивается, вам наносится урон в зависимости от вашей маны. Это очень больно, вас может чёлкнуть. Кроме того, в рейде будет сообщение «Я взорвал печать Мактеридона». Будет много таких сообщений, начну кидать гусара. Я предупредила. Так что, кастеры, будьте, пожалуйста, аккуратнее. Так, порталы.
Фаур твой будет в ромбе, аниме-ник твой будет в трусах. Вам надо будет поставить туда свои порталы. У вас будет примерно 10 секунд после того, как я скажу кубы каст. Ваша задача, чтобы все 5 кубов нажали, и чтобы эти лучи соединились у него все 5. В противном случае нас шотнет. Здесь у вас будет больше времени, но мне не всегда правильно анонсит. Так что не факт, что я смогу сказать вам заранее. Но у вас будет время добежать в случае чего. Если вы видите, что на кубе лужа, скажите, на каком кубе вас прохилят. Маги, собственно, 2 соска твой будет крест, в позе твой будет череп, фай твоя будет луна. Вы нажимаете куб и не отпускаете до тех пор, пока я не скажу, можно отпустили. Если не хотите, конечно, вайпнуть рейд и протянуть время здесь дольше. Я лично не хочу. В перерывах мы заливаем дамаг в нее. Да, в перерывах вы бьете. Я прослушал, луну кто жмет? Пау и Макс. А, что-то послышалось, что воит. Не-не-не. Хози на черепе, 2 соска на кресте. Пауру ром, аниманик трусы. На 50% босса, когда у него 50%, мы сбегаемся к двери, жмем массейв, жмем гимны на хп. После этого вам не надо будет жать кубы. Ну и трэш, собственно, тоже выходить перестанет. Босс станет манекеном, за исключением того, что по рейду постоянно будет проходить дамаг. Ну и кроме того, будут более яркие зеленые лужи, постарайтесь не попадать в них. Стойте так, чтобы босс вас в них не откинул. На 30% от босса куда поставить? Хози, у тебя будет край 2 на то, чтобы не получить ГП. Но я надеюсь, что ты с первого раза сообразишь. Ты же у нас не тупой. О, да, Декурс, когда выходят из левого портала мобы, они кидают проклятие. Снимать проклятие с первой пати будет отморозок, со второй Булкин, с третьей Хейки, с четвертой Вадикон. Да мана не хватит, и не успею. А, ладно, там же коты. Так, давайте котов тогда трогать не буду, у нас есть стримак. 2 соска, твоя первая пати, Пай твоя вторая, Хози твоя третья, Хейки четвертая, Вадикон пятая. Совы тоже будут. Все, совушки меня поняли. Люблю вас, хорошие мои. В остальном вроде все сказал. Ставлю рыбу, пьем в ласке, мажем масла. Так я рыбу ставил. Уже все забыли. Ну, тут я немножко протупила. Пока разглагольствовала, забыла поесть. Ты можешь кого-то другого поставить на первую пати? Потому что я, скорее всего, ну, не справлюсь. Это 2 соска. Потому что, ну, я ни разу не снимал по пати конкретно. То есть я не шарю вообще в этом. У тебя фрейм рейдов есть? Нет. Ты можешь вытащить первую группу? Приставов дайте, пожалуйста. Не знаю, я по хиллботу проклятие буду снимать, на ком есть, если увижу, и все. Я по конкретно не вижу по хиллботу второй пати или третий. Кого успею? Ну, у меня буду все пачки отображать. Если что, Синтек, подстрахуешь наших декурсеров? А, Синтека нет. Сейчас я ему скажу. Там кулак уже 10 минут осталось. Ну, Синтека, сегодня телефон сломан, он не с нами в Дисе. О, можно без Диса? Нельзя. Человек знает тактики, человек знает, что я от него здесь буду требовать. И он не растеряется в любой непонятной ситуации. Кроме того, у него реально неприятная ситуация внезапно. Поэтому ему лично я разрешила. Проверяю готовность. Два соска, Войт, Ирония, масла есть? Нет. Киньте обмен, у кого нет.
Пилается. На самом деле, что имеешь в виду? На стойке? На грудак, на грудак. Иллюзорное масло маны на грудак. Он крекер написал в рейд. Так, у кого еще масла нет? Паладин, обновите кулак по 3D, пожалуйста. Так, товарищи маги, у вас 3 штуки, у всех МК есть? Вы еще раз есть МК? Да. Да, вроде. Да, просто сам. Я хочу видеть хотя бы одно МК на сове, в идеале 2. Но МК, я так понимаю, в фаере нету, да? В смысле МК 2 на одну вообще сову? Вообще есть. Отдать. У нас есть хейки, у нас есть вадикон. Они дамажат больше, чем любой из этих магов. Поэтому предпочитаю видеть МК на них. Давай, 2 соска на хейки, хози на вадикона, фай на твое усмотрение. А что такое МК? Можно тогда понять? Магическая концентрация. Дополнительный крит. Еще раз проверяю готовность. Нет, у меня нету такого спала. Кого нет? 2 соска. Потому что ты фаер, наверное, не? Да, потому что я в фаере. Но у фаеры, они через... У них разные ветки. Есть через лед, есть через лед. Магию. Фай, тогда ты на хейтишь Хози на вадикон. Давайте, уже время много. Я не вижу хейки. Не могу его фреймить. Четвертая пати сова. Я понимаю, я фрейм не могу. Выйди хейки. Рост чего не хватает? Все. Даю ДБМ. Секундочку, вытащу макрос. У меня его полики нет на панельке. Вар. Биг дэмэдж, он каким забирает босса? Третьим. Давайте эскнайт первый, крекер второй. И забирать во время каста вот этот смертельный. Помню, я помню. Сокрушитель. АОЕ может. Кто не ауешит, бьем точечно. Следите единственное за своим агро. Вам здесь нельзя помирать. Потому что у нас здесь не будет времени, в отличие от обычки, когда мы можем резать. Косты сбивать не забывай. Магия ромб ваш. На сбивай. Вам еще и дать можно? Один кто-нибудь, Ice Knight, дай бомжи. Приоритет на первом череп. Кто точечно бьет. Давать войско. Пока не стоит, не сильно урон по рейду проходит. Собственно, войско здесь отвлекает от рейда. Чтобы по рейду не так много урона проходило. Крест нашли, то точно бить. И косты сбивайте. Вот сейчас можно войско дать крикер. Трусы добейте. Долейте чаротворцев, еще луна жива. Магов убьем, големов можно не трогать. Так, ищи. Чаротворцы закончились, инферналов можете на роза напулить и забить. Готовьтесь бить босса. У вас 7 секунд. Так, вижу босс на крикере. А если Knight, тогда забирать будешь ты. Главное, не теряйтесь. Ты говори, если он плохо стоит.
Вот сейчас лужа, видите, под боссом? Чуть-чуть бы его из лужи вывести. Так, получается, следующий я забираю. Ну, любой из ДКшников. Ну, крекер тогда, потом Айск Найн будет. Ваша очередность здесь не важна. Кубы готовьтесь через буквально сколько там? 7 секунд. 10 секунд. Вывожу. Ближе к своим местам. На мне. Чего вы его вертите, нахуй? Кубы кас нажали? Молодцы, отпустили. Когда Мишвара ребафнули? Отпустили, отпустили кубы. Я просто что-то говорил, что магам надо держать до конца. Я сказала держать, пока я не скажу, что можно отпустить. Чтобы я видела, что вы все пять поражали. Мне кажется, сейчас вар должен забрать. Прием, танки, вы тут? Да. Я забрал. А, потихоньку к бесам подведите. А вы будете хилить Роза, пожалуйста? Просто их наагрил всех? После каски заберу прям... Заливаем бесов, ауешка. Я сам дам стан, никто больше не станет. Не станьте, чтобы на них диминишены. Что-то мне сложно. Булкин, Берни, Крикера. Массейв дайте. Угу. Крикера ребаф. В середину обратно босса. Сколько не... Кубы каш. Еще два. Отпустили, молодцы. Левый портал. Рос, поставь на них метку. Череп заливаем первым. Народ, босса не бьем. Бьем череп. Да, блин, Крикер, прожимайся тогда. Иди курсом, ребят. Как перетаунчиваешь? Ну, а я не таунчил. Получается, он меня вешает на меня дебаф и в полете убивает. Берри, нет Крикера. Отморозок, Берри. Ребаф дайте. А уешим все мобов. Зависло. Забирать сейчас или нет? Да, да, сейчас забирать. Сейчас или на касте? Сейчас, на касту, на касту, на касту. Блин, сказал сейчас. Там вспышка 10 секунд. По-моему. Бодрее. Кубы, готовьтесь. Я не видел, какие ворота. Кубы каст. А, все, я видел. Молодцы, отпустили. Как вы сразу двух уронили? Да, что-то какая-то неразбериха, блядь, непонятно, то подруга, то один ДК, то другой ДК, то в итоге что попало происходит. Крикер держит первым, Айс Найта поднимите, Айс Найта поднят. Вадикон, если у тебя есть... Держать некому. Я прожался. А когда Мишвара, Вадикон? У меня нет смысла бэрить, у меня краска. Да и тогда будем понимать, что происходит. ДК ты сейчас забираешь, получается, после не курсим, того. Демонов заливать. Забирай вар. Сейчас я забираю. Ну, получается, когда дебаф спадет. В демонов все свечиваются, кроме танков. Забрал. Меня можете не резать, я просто. Могу джекса поставить. Пробуйте вдвоем аккуратно. Что делать? Я могу поставить джекса. 56%. Последнего джекса. Кубы каст. Молодцы, отпустили. Блядь, ДБМ пропадает. Какие боссы? Бесы? В
черепке этот стражу. Гитаристы хуё. Метки. Босса не бьем, забиваем сначала яростных стражей. Под волны не попадаем, не бьем вообще босса, не переводим его сейчас. Но нам надо сделать это до следующих порталов. Геру... Есть Гера? Дайте Геру. Заливаем максимально быстро. У нас есть 20 секунд. Нет, минус 2 танка. Падаем. Надо было ставить опять РДшкам бить по этим гитаристам. Вообще почти. Смотрите, танки как надо агрить. Первый танчит. Как только начинает вот этот он кастовать сокрушительный, надо в это время переагрить. Не да, после поняли, каста, а во время. Ага, спасибо. Том, что... А вот почему умирали? Не-не-не, смотри, получается в воздухе умираем. Он откидывает и мелиатакой убивает. Да, потому что тот, кто должен сагрить, он не переагрил. Но мы сейчас вроде переагриваем. Нет, вы переагрили после удара. Как только начался сокрушительный, еще там где-то в начале этот каст идет, вы уже должны переагрить. Ну, вас, да, вас било одновременно и сокрушительный, и автоатака, поэтому вы умираете. Ну, да. Там даже этот не помогает, ревностный. Но не зыбко спасает. Пришли, поели, размафали. Практически все хорошо. Чуть-чуть не хватило сейчас. Так его на 50% и не будет кубов, да, получается? Да, да, не будет. Не будет трэша, не будет. Чисто бьем босса, он становится манекеном. Вам не хватило буквально 3%, но там проблема такая, что помимо того, когда мы переводим босса, трэша лишнего быть не должно. То есть максимально его надо залить. Можешь танков в одну пати закинуть? И когда вы втроем танчите, ой, танчите вы босса, вы не смотрите на дебаф, который получаете от сокрушительного, он спадет по-любому. Дюрса, вы обращаете на удар сокрушительный, чтобы переагрить. Почините, кому надо, дюрса поставил. Спасибо. Реги тоже докупите, если кому надо. Да, да. О, починиться можно. Ну, там просто кто-то говорил, что весь красный. Это я удалил ДПС. Скиньте ДПС, пожалуйста. Место 17, 15, 18. Он в черепке я ставил джипса. Нет ДПС тут. У меня такой вопрос просто. Может быть, три мага подиспелят проклятие? Или какая-то сова? Может, кто поменьше? Три мага и две совы. Почему хилы диспелят эрдрусер шаман? А вот, это вопрос к тем, кого я назначала декурсить. Какого хрена? Чё не декурсите? Когда демоны появляются, 4 архимонды, они проклятия вешают, их надо снимать. Ну, у меня почему-то в хилбоксе. Единственное, что маги еще по порталам бегают. По кубам. А ты спроси у декурсера, у всех есть фреймы, они видят, что проклятие вешается? Ну, я же говорю, у меня просто проклятия нет, допустим. Это прописывать, видимо, надо. Я проклятие надо... Это так... надо X-Peril хотя бы скачать, и ты будешь все видеть. Народ, да. Есть целый вагон возможных аддонов. Начиная от стандартных Вуду и Хиллбота, заканчивая какой-нибудь X-Peril и еще что-то. Более Би-2. Простое. Вон, гриды те же. Они полегче, попроще. ВП-шный грид берешь, увидишь все проклятия. Пристабав. Фай и Хози, у вас свои пати. На своих пати можно вот буквально в стандартном интерфейсе увидеть, что висит проклятие. Не будете декурсить, буду кидать ГП. Какая там очередность танков? Крикера, Синайт и Протовар, да? Ну да. Ну, только не нарушайте очередность, ну старайтесь, по крайней мере. А если нарушать, да, то озвучивайте. Так, давайте крикер будет первым.
он у нас мощнее держит. Вторым Ice Knife и третьим Back Damage War. Просто я видела, что сначала не получилось. Да, вас когда поднимают, тоже не вас подняли, вы также просто продолжаете танчить, как танчили. Ну, там же надо дождаться, пока еще захилят. И по танкам вам нужно прожиматься под каждый сокрушающий удар. То есть вот вас он кастится, и вы прожаете там одну триню или еще что-то. Вас прошибает. Да-да, получается, с вас забирают босса, а вы в это время должны... Прожимку. Не когда вы забираете босса, а именно когда с вас забирают, тогда прожиматься. Ну, когда у вас летит вот этот каст. Если не успеют забрать, там прожимка не поможет. Там поможет, поможет. Поможет. Проверяю готовность, поможет. Все, танки хорош, давайте нахуй. Лена, синтак, все, всем всего хватает. 5, 4, 3, 2. Сбивающие кастовые своих мобов запоминание цели, я надеюсь, кинули. Я взял. Кайн, дай вам же, если есть. Чуротворцев долейте. Последний крест, да, остался? Там без метки еще вон есть. Косты не сбивают. Так, вроде последнего долили. Трэш у нас забирает рост интернала. Готовимся бить босса. У нас 10 секунд. Геру когда давать? Потом? По команде. Обычно под конец, перед переводом. Как там трэш выйдет, чтобы успеть. Мели, с правой стороны встаньте, не стойте в луже. Куба, 10 секунд, готовьтесь. Куба, каст. Отпустили. Вы прохилите? Архидемон, иди курсим, заливаем. Косты им по возможности сбиваем. Они ферряются.
расширяются, останется все дела. Я упал. Вы не видите, спасибо. Что ли? Танк надо. Фрикера поднял. Подняли. Он обещал первым БР дать. Хейки, подними Вадикона, пожалуйста. Пробафайте ДК. С печатями аккуратнее, демонов доливайте. Бодрее. Кубы, готовьтесь, 5 секунд. Демона долейте. Они мой ник прохил. Лужа на кресте. Отпустили, убегаем. Локо, не подводи, пока не подводи. Пока не подводим, дайте розу собрать. Роз, скажешь, как можно будет. Прожимка есть, Вар? Да, есть. Просто собрал. Не забывайте, да? Можете попросить зубы. Да, все, можете бить. Подведите босса, заливаем бесов АУЯ. Станы в них не давайте. Я, кстати, прожался сейчас просто. Это уже нет прожимки. Говорите, когда, если что, на вас дадут сейф. Сейф надо. Будет сейчас. Кого? Массейф. Массейф просто. Массейф есть. Все, 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 они умерли. Отводи в центр. Куба, 10 секунд, готовьтесь. Куба, каст. Блин, я не могу. Не вовремя нажал. Отпустили. Отвлекся на Кубы. Привет, вот заберу. Обафайте. Архидемон. Подводите к архидемон. На тебе дебафа нету, Вар? Сейчас, сейчас есть. Собираю. Танки, ведите сюда. Демон демона. Так, приоритетно играем в архидемонов, не в босса. Декурсить не забывай. Если Сова нет магия. Сейвов в танке, просите сейвы. А, патрикона убивают. Бар, забери потом. Сейчас у нас ДК, вар, ДК. Вы за агро следите? Бодрее заливай. Я... У нас нет хантов. Кубы, готовьте 7 секунд. Архидемона, остальные долили. Кубы, каст. Молодцы, отпустили. Доливаем архидемона. Кто там следующий? Бесы. Дайте розу на агрить, пока бьем босса. Потихоньку можешь подводить. Дайте, потом. Сейчас. Ждем. Роз на агрить, подведете босса, дадим геру. Будем можно переводить потихоньку сейчас. Вести, потихоньку. Просто скажешь, да, когда все, можно все, будет все, бить. Стоп. Геру бьем. По бесам ауешь. Да, еще не все вышли. Ну ладно, бейте. Станы по ней не дают. Надо будет прожать. У меня нет. Бесов двери, убиваем. Двери сейвы надо, блядь. Сейвы надо, сейвы есть. Сейвы отдаем, у кого есть гимны на хп. К воротам танчите, прям в ворота можете танки, можете в ворота упереться. Никто и там... уже не поймал. Да. Ну он один поймал. Надеюсь, что... Ученик, ученик. Есть танчи на ману. Бейте ученика. Под бабл, сука. Он бабл, бабл, диспел, диспел. Опа. Умер. Блять, раньше она была. Кого борить? Танка? Танка? Я могу потанчить вместо него. Да, вот все, борщик мог. После борщик кого? Был. После кого?
забирали. Давай сейчас. После Айснайпа. Нет, сейчас не надо. Вот после меня получается. После Кикера. Сейчас Крикер, потом Айснайп. Нет, Крикер. Или вы уже все, поменяли? После Крикера Рос будет. Хорошо. Вот сейчас Рос. Лучки сберу, можете. Сейчас просто жмем объем. БР есть у кого? Я отдал танку. Встал, да. 4 БР. Кто сейчас забирает? Ну там это, как уже решили, забирайте, я если что, кого-то подстрел. Так, ну получается тогда сейчас я забираю. Блять. А как он магика захилил? Это кто, паладин захилил его? Да, блин. Жестко. Поэтому я говорила, будут яркие лужи, в них не падаем. И стоим так, чтобы в них не откидывало. Больше не зыбка не нужна будет? Как может ученика откинуть? Он сам туда вовнутрь забежал. Миликов тут вообще не откидывает. Это, массы вы прожимаете там, когда? С танки сами себя можете сорить еще. Какие-нибудь друиды там покидайте зрение на Ршам или на какого-то другого хила. Ну, лучше Ршам. Дайте Ршам, остальные вроде более-менее. А у кого-то из друидов есть БР? Плюсаните, пожалуйста. Он мертвый, походу. Только Вадикон, а Вадикон мертв. А не, он жив. Не, у него ПКД. Отморозок, да, может реснуть? А, нет, отморозок, я когда он БКД Мачвара реснул. У локов есть СС. У Синтека, Синтек... А, нет. Синтек может нет. Реснуть вроде. Он Крекера резал 3 минуты КД. Гимномана есть? А, да. Букин. Сдаю гимноману. А, 4. А Хейки, по-моему. Раз. У Хейки Вадикона резал, по-моему. Раз, два. А, Вадиконов есть, но он мертв. Да. Ребят, это все, это манекен. Добивай. Так, добивай. Игра танков. Ну, если есть СС... Танков пусть... и хилов игра. Не, типа СС на танка вдруг, не дай бог, умрет. Да, 4 танка сейчас. Что же я? Ну, держитесь. Рожа освободился от трэша. Сейчас намного проще. Три портала. Может вывести его или нет? Почему 4 портала? Сейвы, вот, сейвы прожимайте под лужу. Не жалейте. Четыре было. А, 2 беса. 2 архидемона. Угу. Если не были, повезло нам. Можно иннера раздать. Но там вроде у вас маны нормально. Поезд пойду, маны. Дайте, если у кого есть СНТ. Возложение на босса отдал, что ли? Угу. Что-то такое. И бабл, да? Слева. Все паладин такие, да? Бабл прожимает. А чё Хейс так, не прожал? Можно было бабл нажать, если полутал этот стак, и все, он слетает с тебя. Хилим бады. Хил-хил. Так, бля, куда псибаться? Кому маны? Синтеку и Вайду дайте, у кого есть НР. РДД, вы можете сзади стоять, где хотите, сейчас. У кого есть гимны на ману, сдай. В любом месте, в любой точке, можно даже в лужах не стоять. Под... А, Лена мертвая. Под воротами, это можете бежать. Уже 11 лямов осталось в пыне.
Он, сука, дает вот эту печать ебучую, прям как раз когда сокрушительный кастует, она разряжается. Гроплот. Да, по-моему, поменять можно. Все поменяло. Все, погнали на Гроула. Показываемся. Че тут по распределению-то? Забирай, что хочешь. Забери квестовый предмет, Лен. Че? Квестовый предмет забери. Да. А он там есть? Там да. Просто же убить надо вроде. Да, он там лежит, забери. А, окей, бегу. Все, это весь лут, больше не будет. Он вроде с любым лутом берется, да, вроде как предмет? Да, с любым. Единственное, если кому сумка нужна, заройте сразу. Ща. Лена, как возьмешь, сразу беги в этот, к Каражану, бери новый квестик. Да-да-да, я помню. Проверните, если кому сумка нужна. Которая обоссана на 20 слотов, что ли? Нахуй вы вообще рулите ее, блядь? Выбрасываете ее сразу. Да. Вдруг кому надо. Я ее даже взять не могу. Ледяные эти обоссаны, нахуй. Наверное, продавать будет. Есть такая фишка, кто рулит эту сумку, того кикают нахуй из гильдии. Сум будет, если что, отойти на пару минут надо просто? Сум будет. Отлично, хорошо, спасибо. Все, больше нет рулов. 40 минут потратить. Хоть походить немного. Нормально. Самое главное, танков научили. Да. Ну, больше на это не будет требоваться лишнее время. Я какой-то танк умеет танчить в игрулах, которым там плотный. Или опять обучение будет? Обучение. Вроде айс танчил или не танчил айс? Айс на груле танчил. А, бля. Вроде танчил. Вроде на королях танчил. Раскидаю вас. О. Я в Хэме не был вообще. А, не был? А, у нас же эти же были. Другие танки. Чё, танки часто не... меняются? Я ладошки закрывал. А, точно, не Айс, этот похожий, блин. Израфель там был. Да, Израфель, во. Ну там ничего сложного, там надо понимать просто механику босса. Что у него энергия вот эта до сотни накапливается, он адски кастует. Что должно быть 10 целей перед лицом у босса на ошеломляющем. Если будет меньше, то он сразу адски кастанет. А прыгать его когда? Ну, там по таймеру идет. Вот ты спулил босса, подвел к этой хуйне, стоишь, танчишь. Первая она с пула активируется печкой, она чисто по таймеру. Блять, я не помню, какой у нее там таймер. Может 40, может 30, хуй, ну сколько x секунд, нахуй. И она вот именно по таймеру, вот эта хуйня, огонь из печки появляется. Не, не только по таймеру. Не, не только по таймеру. Тебе еще надо стаки, это как раз снимает с босса стаки. Надо, короче, не больше 40, чтобы... Короче, эта 40 хуйня, было. Этот огонь, он появляется по таймеру. Вот и все. Ну да, по таймеру, но я имею в виду обжигать, чтобы именно, чтобы стаки сбросить. Это понятно, просто я имею в виду, как его обжигать, если оно... Там, короче, нет. Надо пошевелиться. Если ты увидел, стоишь я камеру... Я могу проанонсить и показать, как... Ну да, а там... что насчет королей? Расскажите, вот мы сейчас их будем убивать. 5 танков будем бить. Королей там нехуй танчить, ты просто нажимаешь ЛПшку и смотришь в небо и заебись. Рос, у тебя арго. Отличаются вообще таблички кем-нибудь или нет? Да, отличаются очень сильно короли. Собственно... По танкам. Танки я вас распределю, на вас будет по одному королю. Ну, то есть один моб, и кто-то отдельно будет держать короля. Самый халтурящий. Для миликов это халтурный босс, вы будете бить только Олма, когда он активирует.